Добро пожаловать, ребят, на четвертый этап Формулы 1 на Гран-при Азербайджана. Ну что же, то самое Гран-при, где я не смог финишировать из-за того, что меня выбил свой же напарник. Конечно, было обидно, но тогда Гран-при сказался крайне-крайне плохо. Ладно, переходим к квалификации, где я с первого сегмента выхожу опять же со второй попытки. Я не знаю, что у меня не так идет, все время с первого сегмента я не могу нормально выйти. Постоянно уходит два комплекта резины, из-за чего я, например, в третьем сегменте не могу пойти на еще одну попытку, хотя, казалось бы, третий сегмент намного более важнее, но в первом все-таки не хочется тоже вылетать. В третьем сегменте я смог удержаться за Льюисом, использовал слипстрим напрямую, за счет чего получил лишнюю скорость, за счет этого чуть быстрее проехал. Ну и я думаю, окей, этого времени хватит, чтобы выйти на pole position, хрен там Макс и Леклер каким-то образом приезжают быстрее. Ну, если Макс окей, понятно как, то Леклер, я не знаю, либо он ехал прямо за Максом в слипстриме, и также за счет этого разогнался хорошо и смог поставить хорошее время. Ну, либо же просто произошло чудо, и Леклер умудрился проехать очень хорошо какой-то из сегментов. Ладно, здесь у нас были проблемы с первым-вторым сектором на трассе. Напрямую, конечно же, я отыгрывал много времени. Также проблемы были еще с износом покрышек, поскольку здесь задние покрышки раскладываются намного быстрее, чем передние. Причем разница идет в два раза по износу, из-за чего тоже становится сложнее потихоньку разгоняться после 90 градусных поворотов. И из-за этих двух проблем было очень сложно бороться за первую позицию. Ладно, переходим к стартовой решетке. На первом месте у нас Макс Ферстаппен, на втором Шарль Леклер, третьем я расположился, четвертый Себастьян Феттель, пятый Девон Баттлер, шестой Карлос Сайнс, седьмой Пьер Гасли, восьмой Вальтери Боттас, девятый Нико Хюлькенберг и десятый у нас Кевин Магнуссон. Такая топ-десятка. Льюис у нас взял штрафы уже на четвертом этапе и откатывается он далеко назад. Также Перес еще взял штрафы. Конечно, какая-то странная стратегия на четвертом этапе брать штрафы. Конечно, может быть, у Льюиса и Переса есть какой-то темп, за счет которого они будут прорваться, ведь им не дадут даже выбор банальных покрышек, так как они уже проходили в третий сегмент. Что же до моей стратегии, я буду ехать на стратегии двух пит-стопов, которой нет ни у кого в пелотоне. Ладно, переходим к старту. Гасну красный огонь, я срываюсь с места. До первого поворота у нас здесь небольшой рывок, из-за которого я смог удержать свою третью позицию, не отдать ее Феттелю. И по сути старт был довольно спокойным. Никто у нас не воевал за первую позицию. Ферстаппен тут же начинает отрываться. Я пытаюсь ехать за Леклером, но выхожу из второго поворота, меня сносит заднюю ось, из-за чего я теряю некоторое время, и Леклер начинает постепенно отрываться. Позади, конечно, у нас старт был не такой спокойный, как впереди, все боролись между собой. Между собой также еще и боролись Торо Росса, которые допустили контакт, и по итогу Райкконен ломается, переднее антикрыло слева, из-за чего он, конечно же, будет терять время потихоньку. Так что возможно то, что данная гонка для Райкконена уже по сути окончена, ведь ему придется скорее всего делать ранний пит-стоп, либо же пытаться терпеть до своего пит-стопа. Ладно, вернемся к топ-десятке, где у нас Гасли прошел Сайнса, также Вальтери Боттас начинает атаку на своего партнера и успешно его проходит. По итогу Сайнс с начала старта потерял аж две позиции. Ладно, на втором кругу меня уже догнал Феттель, я к этому моменту уже отстал от Леклера довольно неплохо, из-за чего, по сути, Ферстаппен и Леклер находились далеко впереди, и никто им не мог ничего сделать. Также позади меня разворачивалась борьба между Баттлером и Феттелем, в которой Баттлер потерял часть переднего антикрыла справа, но это не помешало ему спокойно опередить Феттеля на прямой за счет своей мощности мерседесовской и без проблем выйти на четвертую позицию. Правда, конечно, ненадолго, позади была уже небольшая группа такая, которая шла в слипстриме друг от друга. Два Red Bull начинают атаку на Гасли, Феттель начинает атаку на Баттлера. При этом один Red Bull вырывается вперед, начинает уже также ехать бок о бок с Баттлером и Феттелем. И втроем они входят в первый поворот. Феттель выходит немного вперед, но потом Баттлер все-таки вырывается обратно на четвертую позицию. И уже Феттель начинает борьбу с Боттасом. Баттлер же в этот момент пытается всячески оторваться, но у нас начинается третий круг, уже выходит ДРС у нас. И по итогу начинаются потихоньку за счет ДРС разгоняться. Конечно, да, бок о бок проходить третий поворот — это не очень хорошая идея. Феттель успел пройти своего оппонента. Гасли же бок о бок уходит в третий поворот с Сайнсом. И у них продолжается борьба за восьмую позицию. И бок о бок они уже проехали весь первый сектор. И к началу второго сектора Гасли таки вырывается вперед. Я же свой пит-стоп решил провести намного раньше, чем планировалось. Ну, точнее, на один круг раньше. Потому что софт уже умирал. И умирал он конкретно, уже не хватало держака. Поэтому я решил то, что не буду я терять еще время на одном кругу. Сразу пойду на хард свой. И уже начну на нем проезжать большую часть дистанции. Феттель в конце третьего круга смог догнать Баттлера, опередить его и пытаться уже отрываться от этой группы, которая идет позади него.
Позади также у нас Хэмилтон потихоньку прорвался, пытался обойти Хас справа, но не решился все-таки. Не хотел он заканчивать гонку в отбойнике, как я в прошлом году, в принципе, точнее в прошлом сезоне и закончил. Ну, там ладно. То, что было, то было. Возвращаемся в борьбу, где у нас потихоньку Хэмилтон пытается обойти этот Хас. Также впереди у нас Рикьярдо попытался навязать борьбу Грожану. Но тот все-таки смог обойти его и вырвался вперед. В этот момент позади пара Хэмилтон и Магнуссон продолжили свою борьбу. Но Хэмилтон все-таки за счет ДРС и какой-никакой мощности смог вырвать эту позицию. И потихоньку продолжает прорываться вперед. Тем временем в топ десятке также разгоралась борьба между Сайенсом и Пересом. Также позади них уже в этот момент был Хюлькенберг. Также еще позади там был виден Райкен, который, кстати, не особо много потерял из-за своего повреждения, так как в основном на трассе у нас медленные повороты, тут нет прям таких скоростных поворотов, где именно нужна прижимная сила. В основном это 90-градусные повороты, довольно медленные, из-за чего при повреждении при этом антикрыла, в принципе, потеря будет времени, но не такая большая, как на любом другой трассе, где у нас есть скоростные повороты. Возвращаясь к борьбе между Пересом, Сайенсом и Хюлькенбергом, Хюлькенберг оказывается впереди этой пары, так как почему-то Перес решил поездить полностью всю прямую за Сайенсом, ну, может быть, поэкономить решил ресурсы, или еще что-то, это остается на усмотрение Переса. Также впереди, перед этой тройкой у нас также шла борьба между Боттасом, Гасли и Батлером. Батлер сразу теряет две позиции, поскольку у Red Bull и Mercedes были ДРС. После первого поворота Гасли и Боттас продолжают свою борьбу за пятую позицию, в которой одерживает верх пока что Боттас. Но потом идет вторая прямая с ДРС, на которой, скорее всего, Гасли будет пытаться атаковать своего оппонента и без каких-либо проблем сможет его обойти, так как это все-таки Мерседес. Но и позади Батлер также пытался протиснуться где-нибудь в эту борьбу. Я же после своего пит-стопа через пару кругов все-таки смог догнать впереди идущий пилотон из-за отстающих болидов и начал скубиться, смог его без проблем обойти в первом повороте. В следующем на очереди уже был Квят, с которым я пытался разобраться как можно быстрее, да и в принципе с любым гонщиком из данной группы, поскольку я не хотел терять очень много времени. В четвертом повороте я поравнялся с Квятом, из-за этой атаки группа впереди от нас успела оторваться. Но оторваться она далеко, конечно же, смогла. И в пятом повороте я смог таки уже разобраться с Квятом, уже точнее даже на выходе из шестого поворота. И начинаю уже преследование впереди идущей группы, которую надо тоже было постепенно обходить. Зюбинаса я догнал на старт-финишной прямой. Сначала хотел обойти его по внутренней части поворота, но потом я смотрю, что он смещается именно ближе к левой части. Поэтому решил перестроиться на внешнюю сторону и без проблем смог опередить Зюбинаса. Потом смог я догнать Рассела, также обошел Строла до этого. И постепенно-постепенно прорвался. Лидеры начинали делать свои пит-стопы ранее, так как все-таки софт не мог прожить там до 10 кругов, и он жил тут от силы 5-6 кругов, и потом лидеры переходили на хард, на котором они ехали до самого финиша. И да, я честно рассчитывал то, что у лидеров будет все-таки 2 пит-стопа, как у меня, но по итогу да, у всех оказался 1 пит-стоп, у меня же 2. И постепенно я понимал то, что скорее всего за лидерство я навряд ли смогу побороться, поскольку Макс выехал впереди всего этого пилотона, то есть он выехал там позади Феррари, Мерседесов и Редбулов, что давало мне понять то, что никто ему особо мешать не будет, поскольку все поедут в боксы. Потом произошел интересный момент с Райконином, который доломался перед антикрыло. Почему-то он решил поворачивать в стенку, хотя место было у него справа. Плюс он мог прям не заужать так сильно траекторию, из-за чего бы я вроде стал заужать. И по итогу он врезается просто в стенку. Ну вот, да, как-то так это происходит иногда у ботов. Чем он руководствовался, почему он решил именно так сильно заужать, что вот прям в стенку и заехал. Ладно, через какое-то время я догнал Грожана, Хюлькенберга, опередил их и поехал себе дальше. Потом интересный момент со Стролом, который ломает себе правую часть переднего антикрыла просто наездом слегка на поребрик. Так что да, надо теперь быть поаккуратнее с этими поребриками. Уж довольно не опасные, ломают передние антикрылья без каких-либо проблем. Конечно, может быть, у Строла эта часть держалась на соплях, но кто его знает теперь. И позади него в тот момент разворачивалась борьба там между Феррари, Альфа Ромео, двумя Вильямсами, Редбуллами, Мерседесом и, конечно же, болидом Racing Point. Если без каких-либо проблем начинал свой прорыв, позади Редбулл столкнулись с проблемой в виде Вильямсов. Пусть да, это и Вильямсы, но они начинают постепенно-постепенно ездить неплохо.
и постепенно навязывать борьбу уже даже вот спокойно Red Bull. Все-таки трасса у нас здесь без каких-либо скоростных, опять же, поворотов. И в медленных поворотах все проходят их одинаково, плюс-минус там пару-тройку километров может быть. Из-за чего Вильямсы могли бороться на равных с Red Bull'ами. На выходе из поворотов, конечно, Red Bull'ы имели преимущество, поскольку все-таки у них была новая резина. У всех остальных уже старый Medium был, который постепенно уже заканчивал свою жизнь. И без проблем на выходе из седьмого поворота один из Red Bull'ов смог пройти один из болидов Вильямсов. Второй же Red Bull там немного застрял, позади него уже образовался Гасли, и также уже подъехали к ним Перес и Хэмилтон, который стартовал опять же у нас с 18-й позиции и неплохо так смог прорваться по отношению к своим оппонентам из группы А. Неплохая такая группа из 5 болидов выходят на старт-финишную прямую. По итогу у Гасли не было ДРСа, из-за чего он начинает проигрывать постепенно позиции своим оппонентам. Хэмилтон в этот момент неплохо так разогнался, начинает проходить эту группу, и к первому повороту он смог обогнать большую часть группы и поравняться с болидом Racing Point, с которым он продолжил свою борьбу уже там за какую-то 9-10 позицию и смог таки выиграть эту позицию. Но потом идет вторая прямая с зоной ДРС, на которой у Хэмилтона уже не было ДРСа, из-за чего болид Racing Point без каких-либо проблем проходит вперед. Позади тут же уже был болид Red Bull, который пытается по внутренней части поворота еще и обойти его. И если бы они начали проходить втроем бы этот третий поворот, я думаю, скорее всего, кто-то бы досломался переднее антикрыло. К концу круга, конечно же, Хэмилтон смог остаться позади Racing Point. Без каких-либо проблем на старт-финишной прямой начинает его обходить. То же самое делает и Red Bull. По итогу они начинают уже вместе с собой бороться. Но у Red Bull была чуть больше скорость за счет слепстрима в какой-то момент. Но оторваться Red Bull не успел. Хэмилтон смог поравняться. Они начинают проходить бок о бок первый поворот, ко второму также начинают подъезжать бок о бок, из-за чего Хэмилтон имеет, кстати, преимущество, поскольку он был чуть позади Red Bull'а, у него теперь есть ДРС, и напрямую он начинает постепенно вырываться вперед и начинает потихоньку отрываться от позади идущей группы, которая также боролась между собой в виде там двух Racing Point, позади которых также уже был болид Хаса, который за этим всем наблюдал и выжидал. По итогу Батлер у нас выигрывает позицию по отношению к Пересу. Хэмилтон не успеет, конечно же, за круг оторваться от позади идущей группы, из-за чего позади идущая группа за счет ДРС и слепстрима подъезжает к первому повороту, и поравнявшись, они начинают втроем проходить первый поворот. Но Сайенс сразу же отваливается еще на входе в поворот, по итогу Батлер начинает бороться уже с Хэмилтоном, и постепенно ко второму повороту Хэмилтон вырывается вперед, тем самым дает Батлеру ДРС, но Льюис выходит намного лучше Батлера. По итогу Батлер еще решает почему-то пойти в слепстрим от Льюиса, позади уже откатывал Сайенс, Льюис решает защищать свою позицию по внутренней части, Батлер к этому моменту проходит уже Льюиса, и Льюис совершает ту же ошибку, что и Хюлькенберг, начинает рано заходить в поворот, врезается в стенку и по итогу его даже разворачивает. И после этого момента я призадумался, а включен ли у меня режим виртуальной машины безопасности. Вообще, сама машина безопасности, поскольку за первый сезон у меня не было ни виртуальной машины безопасности, ни обычной машины безопасности. После этого у нас троица в виде двух Вильямсов и Стролла врезаются еще друг в друга. Почему? Потому что они решают тоже немножко срезать этот поворот, въезжают втроем в эту стенку и врезаются еще друг в друга. Ну, как бы, три дебила это мощь, это как бы, да, мы знаем. Ладно, после своего пит-стопа я выхожу чуть позади Феттеля, на следующем кругу его смог догнать, и уже до третьего поворота смог его обойти за счет слепстрима и дресса и свежего медиума. По итогу до конца дистанции я никак не смог бы догнать Леклера, поскольку он был уже в 20 секундах, да, я до пит-стопа был там где-то в 9 секундах, даже отыгрывал по полсекунде, но я понимал то, что на харде я точно не доеду до финиша. По крайней мере, хард будет просто уже полностью мертвым к этому моменту. И, скорее всего, я даже начну терять потихоньку по отношению к Феттелю. Но третья позиция. Ладно, я не потерял и не приобрел позиции. Лучший круг остался, опять же, за мной. Уже четвертый этап, где я его ставлю. И потихоньку, за счет вот этих лишних очков, мы будем вырываться вперед, может быть, по отношению к Максу, который выиграл у нас Баку. Также вторым у нас приехал Леклер, но опять же никто им не мог навязать борьбу из пилотона, потому что они после пит-стопов выезжали далеко впереди. Да, конечно, они выезжали позади Red Bull'ов, Мерседесов, но эти же Red Bull и Мерседесы тут же заезжали уже на следующем кругу на свои пит-стопы, и поэтому борьбы у них по сути не было. Я рассчитывал то, что Макс может быть выйдет где-нибудь в середине пилотона, но этого не произошло. По итогу Макс у нас одерживает победу, ну и я бы, скорее всего, даже со своим вторым пит-стопом не смог бы навязать ему никакой борьбы, потому что, ну, второй пит-стоп я
просто теряю сразу же 10-15 секунд по отношению к своему напарнику. Ладно, самое главное то, что я смог в этот раз финишировать на этом этапе. Ну и да, самое главное, что меня не убил мой же напарник, поскольку он был впереди. Финальные результаты. Мы с Феррари никак не поменяли своими позициями, как стартовали с 1 по 4, так и приехали с 1 по 4. Боттас у нас неплохо прорвался с 8 на 5, с 15 на 8 приехал у нас Перес. И с 20 на 11 квят приехал, еще бы чуть-чуть и может быть заработал бы первое очко в этом сезоне. Льюис у нас провалился, поскольку у него был контакт и по итогу 3 пит-стопа аж. Также позади у нас были два Вильямса, которые тоже между собой разбирались до конца гонки. Также они еще остали в круг, ну и конечно же Строл также отстал у нас почти на круг от лидеров. Мерседесы провалились на этом этапе, не успел посмотреть, что с Гасли именно случилось. Вроде бы все у него было нормально. Но может быть тоже какой-то контакт был, возможно, с той же стеной в третьем повороте, что и у остальных 5 гонщиков, потому что даже 6 гонщиков побывали в этой стене. Льюис у нас еще получил штраф 5 секунд за столкновение со Стролом. Это, наверное, когда Льюис пытался кое-как хотя бы развернуться в этом узком переулке, ну и в тот момент уже подъехал к нему Строл. Что же касается соперничества, с Максом я пока что немного проигрываю, Батлера я смог выиграть, поэтому на следующий этап надо будет брать нового себе соперника. Ну и потихоньку-потихоньку зарабатываю все ресурсы. Также новый контракт. Я попытался сделать там все чуть получше позиции ожидаемые. То есть там день третий как раз. И те же самые бонусы. Но мне сказали, хрен, а не контракт тебе такой. И по итогу пришлось, в принципе, постепенно его выставлять на тот же контракт, что у меня был. Даже с небольшими минусами в виде 20% ускорения пит-стопа. Так что да, надо будет постепенно-постепенно наращивать свою ценность у Макларена, поскольку... Так, если дальше у нас пойдет, то я могу просто уже лишиться хорошего контракта, где у меня будут неплохие такие бонусы для прокачки. Ну, в принципе, да, Макларен это сейчас уже и так неплохо. Если мы прокачаем шасси, то уже будет лучшим болидом в пилотоне. Ну и, кстати, по поводу шасси, нам не приехала модификация, связанная со снижением веса на этот этап. По итогу я придется перезаказывать, из-за чего теряется один этап в плане прокачки. Причем на следующий этап приехало бы чуть ли не сразу две мелких модификации. Но окей, ладно, придется немножко подождать. Перезаказываю деталь, также улучшаю отдел качества и думаю, куда пристроить последние 1000 ресурсов. И решаю пристроить их в ДРС. Чуть лучше будет работать данный механизм. Конечно, да, скорее всего, стоило оставить бы ресурсы на отдел шасси, чтобы на следующем этапе нам гарантированно хватило ресурсов на 2 модификации. На этом, ребят, все, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи, ребят, пока-пока и удачи вам.